Афроуш, посмотри на меня. Афроуш, посмотри. А? Ой, молодец. Да. Красота. Хорошо, что выбрались наконец. Ну раз в 3 года-то можно. Ну сам бы раньше и позвал. Так то-то, то все. Как обычно, в общем. Извини, Виталь, по работе. А, понимаю, понимаю. Именно поэтому с собой телефон на отдых не беру. Как Москва? О, Москва? Да что Москва? Стоит. Сам как? Да отлично. Семья, дети, спорт, проекты новые интересные. На отдых скоро летим. Сам как? Да тоже супер. Стёп, лови. Заботушка моя. Сразу видно, дети архитекторов растут. Чуть не забыл. Вот это да, сохранил. А помнишь, как вместе с родителями в детстве сюда приезжали? Ага, потом одни вместо лагеря. Кое-кто плавать так и не научился. Ой, зато кое-кто одного волейболиста с дырявыми руками играть научил. Да, классно было. Да мы сейчас классные. А что, дома есть. Деревья еще в школе посадили. Да и сыновья. А, ты не переживай. Не всем так везет. То есть дочь, это плохо? Да нет, это отлично, но... То есть ты круче меня за счет этого? Знаешь что? А я своей дочерью горжусь. Афродита! Бронислав! Афродита! Имя у тебя какое красивое. Да. Афродита Степановна Прохорова. Бронислав Витальевич Тараканчик. Тоже звучит. Афруш, а покажи что-нибудь из гимнастики. Колесо! А я покажу могу. Ну, прям Алина Кабаева. И Стэтхэм. Где-то параллельной вселенной. Алина Кабаева. У вас самих-то как со спортом? Мы оба занимаемся. А вообще Виталик на физре лучший был. И броня весь в него. Я сейчас лучший. Ничего. У всех разные таланты. В смысле разные? Я, между прочим, Волгу на спорт переплывал. Это когда ты плавать научился? Когда ты в волейбол играть. Не поняла, Степ. Ты же в сборной был. Был? Ну что, погнали до первого падения? Погнали.
аут. Переигрываем. Считай, дарю победу. Мяч на базу, а то еще раз придется Волгу переплыть. За мячом и обратно. И овощи. Как дети малые. Нет. Кстати, о детях. Колбаса не самый полезный продукт для всех. Ну, на природе ЗОЖ можно и нарушить. Должно же быть счастье в жизни. Счастье? Счастье в режиме. Как у нас, например. Ну, иногда, Стёпе, как у вас, например, не нравится, видимо. Иначе не прилетел бы по первой моей просьбе. Время тебя, смотрю, совсем не берет. Все лишь бы перед девчонками повыпендриваться. Ну, рабочий же метод. Вот Оля у тебя отбил. Не такой уж и рабочий, если она попросила меня приехать. Тебя встряхнуть. Это правда? Что правда? Что вы сговорились? Хватит мясом тут своим трясти. Ну а ты что молчишь? А что говорить? Ты меня слушаешь? Угу. Вот ты решила меня встряхнуть. Слушай, знаешь что, вот это вот теперь и ешь. Пора привыкать. Полгода он в творческом поиске. Так, погоди, а как же интересные проекты и вот это все? Ну, нет достойных Виталия Тараканчикова. Что ж ты раньше молчал? Я же тебе звонил, звал в стартап. Да какой еще стартап? Деньги на него откуда? Жить на что будем? На сторис твои бесконечные. Вот поэтому, Оля, я приехать сразу и согласился обстановку сменить. Только обстановку? Стёпа, видимо, хотел сказать, что людям иногда нужна поддержка. Откуда ты знаешь, что там Стёпа хотел сказать? Бронислав, что делаешь? Отдай игрушку. Бронислав, отдай игрушку, обходите. Сказала, отдай. Ты уже отдай. Родито, все, выходи из воды, синяя уже. Да, иди сюда. Иди сюда. Все, пошли в лес. Все, отдохнули, как обычно. Когда там следующий омик? Да кто бы знал. В этом вашем расписании вообще ничего не понятно. Похоже, ты последний был. Я сейчас моторку вызову. Связи нет. Виталь, дай свой телефон. Нет его. Мы ж на отдыхе. Стёп, лодку вызывай. Алло.
Стёп, ты с кем там разговариваешь? Лодку вызывай! Я же просил не звонить мне в отпуске! Как обычно.